Эта неделя для Кушлабатского района знаменовалась открытием ряда социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Хакимиата Тумана. Проблема, много лет беспокоившая почти 2000-е население, отдаленно от райцентра Махалле Тегерман-Овул, решена. На данной территории построен и введен в строй новый мост. Его протяженность составляет 24 метра, ширина 3 метра. Бергилда йетти мартагача серияган йиллары чел келип, алабет манабет болып калатты, алабар учалмай калады, мал халам учалмай калады. Бигил, шүкір манышынға етібар беріп, манышы көпірді құрылып берді, халқымыздың жүді кайпияты яқшы. Дымағы чақ, енді мақтап балар бізді бұмайды, малхалар ақмайды. Айрым жылдары, асана менің өзімінің бітті парзантым селгі ағып кеткен. Шынаға халлар көп бұған үшін, біз мұры жауат қылдық ки, хакимиятке көпір құрып берішке. Практически смытая селевыми паводками прежняя переправа представляла большую опасность. По ней вынуждены были ходить школьники, а также жители Махалле, работающие на золотом руднике Зарметан. Тегерман-Овул махалласы Кушрабат туманынан 15 километр узақтыда жерлешкен болып, 40 адырлар билан туташып кеткен. Көп йыллар давамында мана шу катта соямызда бізде сел, ташқынлар көп болар еді. Мана шу қышлағымызда қариб 100-ге яқын ішчілері Зарметан алтынға қанаға қатынап ішілері де айнан шу сойдан өтішке мәжбүр болады. Ұндан ташқары 50-ге яқын қанадан фарзандылары 72-ші санлы мәктәпке қатынайды. Олар ам қышлық қыраулы күнлерде мана шу сойдан өтіп қаншалық азап білен өтішін бізге көргенбіз. Оша күз, қыш вақтыларды өзімізді бахарда мана шу махалле өзімізді тереклерді иқтіп, үстіге шөпке арқылып, толдырылған қапларды қойып, үсті өтішке мәжбүр болады. Бүгінге келіп, мана рахмат, дәулетіміз мана шу яңғы көпірік, педагог өтіш көпірік құрып берді. Халқымыз жән мүннәтдар. По случаю сдачи в эксплуатацию состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие хуким района и представители широкой общественности. Подобное торжество прошло и в районной Махалле Дустлик. Здесь после капитального ремонта введено в строй дошкольное образовательное учреждение 33. Здание было полностью реконструировано, приобретя современный вид, и закуплена новая мебель, на что израсходовано 1 миллиард 900 миллионов сумм в рамках государственной программы «Благоустроенное село». Детский сад способен принять 90 детей. Дошколята в трех группах имеют возможность изучать иностранные языки. Постоянными рабочими местами обеспечено 16 человек. Еще одним приятным событием для кушрабатцев стал ремонт дорожного полотна в Махалле Шавуна. В рамках программы «Инициативный бюджет» была заасфальтирована дорога общей протяженностью 2,5 километров. О ровных и гладких путях сообщения мечтали стар и млад. Умак шерем юрем мас, язда ундан баттар, чанг тузан, чанг лайбоб нумагвет эттас, яхше мас юллар мас. Мактаб балларам жуда кинелайды, бахчага бар эткен баллар, юлда. Жуда яхше, халк хамма хурсан, милладар. Ман адамлар хам мас кочага чыгып хурсан лидин юрипти. Ман опен бюджеттен кышлак ютуб алды, 2500 метр жойды. Аналогичные работы продолжаются и в других махалях Кушрабатского района.